Здравствуйте, уважаемые друзья! Утро, за бортом минус 4 градуса. И, собственно, продолжение видео о том, что правительство Квебека принимает антитакси-индустриальный, я бы так сказал, закон. Мы видим противодействие, да, вот я специально повернул камеру. Практически везде, на всех крупных магистралях в Монреале сегодня вот такие вот очереди, огромные пробки из такси, которые блокируют движение и которые таким образом высказывают свои фи по поводу, вот видите, по поводу этого самого закона, допускающего на рынок любого, кто, собственно, хочет этим заниматься, именно транспортными услугами. Собственно, вот, работает демократия, работает. Массовое сознание, несомненно, оказывает влияние на всех и на все. Всем откланиваюсь, всем хорошего дня и счастливо!